Обычный день, обычная ситуация в семье музыкантов. А ну-ка, паршивка, покрутись. А чё, ничего себе такая паршивочка? Да как ты можешь такое говорить? Это же твоя дочь! Да? Тогда чего мне ею любоваться? Она же не скрипка в Страдиварии. Это ужасно! Ты совсем не занимаешься воспитанием дочери! Тональность смени! Чё захватило здесь? Ты мне нормально объясни в темпе адажио! В чём дело? Нас вызывает к себе дирижер школы! Во-первых, не дирижер, а директор! Во-вторых, вызывает рвоту! А вас приглашают на беседу. Нет, ты посмотри, как она интонирует с матерью. Ты не собрай, а ты посты прибери и принеси мне свою нотную тетрадь. У нормальных людей это дневником называется. Ты мне еще тут ноты поперебирай. Я не мать. Мигом сейчас по твоим родовым клавишам, пюпитрам. Так, что тут у нас? Ого! Алгебра! Рэп! Биология! Рэп! История! Рэп! О! По физкультуре соль! Папа, это не ноты, это цифры! Так это что получается? У тебя по всем предметам 2, а по физкультуре 5? Это еще не все! У нее и по пению ре! Что? По пению ре? Да какая ты нам дочь после этого? Не поющая! Что? Дочка, неси быстрее пластинку с нашатырной симфонии Шостаковича! Не надо Шостаковича! Меня от него кумарит! Дорогой, успокойся! Тебе нельзя так нервничать! А то у тебя может случиться смертельная кода! Вот, полюбуйся! Да чего отца довела? Вижу, только не могу понять, чем. Тем, что оценки плохие, или тем, что петь не умею? Конечно!